Уже назначена встреча с заместителем губернатора Шиловым. Надеюсь, что хотя бы, может быть, это нам поможет. Ну и обращаемся к губернатору уже. Очень хотим, чтобы вы обратили на нас внимание, потому что мы уже из года в год, этот нервяк, люди здесь днюют и ночуют, бывает. То есть до драки, ну разве можно сталкивать лбами людей, когда такое ограниченное количество ресурсов? Согласно закону Ярославской области, по 26 октября 2010 года выдача разрешения осуществляется в порядке очередности приема заявлений. И в соответствии с этим законом выдаем в текущем режиме сейчас, как видите. Жеребьевка будет возможна только лишь после внесения каких-либо изменений в действующее законодательство.